гляньте. Арка из горшков. Так. Город Кольчугино. Сейчас я еще или всего, я еще ничего не прочитал. Все прочитаю. Вот там какой-то прудик. Вот тут у нас, видимо, даунтаун начался. Местный, так, сейчас. Производитель номер один типовой техники в России. Да, не дай боже, попасть на завод. Так, так, так. Всех блогеров на завод, да. Да, 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 обязательно. Всех, всех, всех. Все блогеры пойдут на завод. Абсолютно с этим согласен. А теперь отпустите меня. Блин, останавливаться там нельзя. Вот собака. Ладно. О, смотри, какой экземпляр. Каблук. У меня великий друг говорит, что хвастался, что кто-то умудрялся заниматься сексом в кабине москвича Каблук. Сейчас это звучит не смешно. Никто не знает, что такое москвич Каблук. Так, куда дальше? Через 600 метров поверните направо на Советскую улицу. Ой, нет, я не хочу слышать это название. Это не та Советская. Ой, я не могу. Ну почему это не Советская Вишкралия? Ничего не хочу больше видеть и слышать, кроме моей родной Ишкаровы. Там вот такие дома есть тоже на улице Ишпая. Так, сейчас посмотрим, что дальше. Ну, с названием я опознался. Это никак не связано с Кольчугой. Это в честь купца Кольчугина Александра. В 1871 году основан поселок. В общем, на реке Пекша. А у Стругацких на реке, слушайте, где там это самое, волны гасят, ветер происходит. Не Пекша, Пеша, по-моему. Надо будет уточнить. Очень похоже на Стругацких название. Ну, в целом, сейчас я видел, да, привычные родные дома, которые вызывают у меня только боль, потому что я же понимаю, что я не Вишкарале. Ладно, движемся, сейчас посмотрим, что дальше. Дальше у нас Юрьев-Польский, вот там, наверное, что-то будет поинтереснее. О, ГИБДД впереди. Спасибо, вовремя, блин. Че он так поздно говорит, а, собака? Прямо 29 километров. Да, ну, Сережа, кажется, правда, что ли? Ладно. Ну, видите, к сожалению, одно название только. Одно название, ну, не страшно. О, какое шале. Зашибись. Американская заправка такая.